представлена Miami Nissan Rogue 2017 года, известный европейцам как Nissan X-Trail. Подвергся небольшому рестайлингу и отличается от прежней модели только видоизмененной решеткой радиатора, как у нового поколения модели Nissan Murano, модернизированной оптикой, новыми бамперами и некоторыми вторичными мелочами. Салон машины также подвергся незначительным изменениям. В частности, машина получила новые формы руль с подрезанным низом, слегка измененную центральную консоль и новые варианты отделки салона. Для удобства доступа к багажнику японцы оснастили заднюю дверь электроприводом с датчиком движения. Кроме того, машина будет приложена покупателям с новым пакетом опций, которым будет интеллектуальный круиз-контроль, система слежения за движением по полосе, система мониторинга слепых зон и система предупреждения о приближающемся сзади транспорте. Гамма прилагаемых моторов у кроссовера осталась прежней, но дополнилась новой гибридной силовой установкой, состоящей из 2-литрового бензинового двигателя и электромотора, дающих совокупную мощность 176 лошадиных сил. В городском режиме движения гибрид потребляет 7,13 литра бензина на 100 км пути, а на загородной трассе этот показатель составляет 6,72 литра на 100 км пути, что очень много, учитывая, что машина оснащена системой Stop and Start и системой рекуперации энергии при торможении. О цене кроссовера пока ничего не известно.